Нехороший перекресток. На пересечении улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова за этот год произошло 25 ДТП, 9 из них с пострадавшими. Невнимательные водители зачастую не уступают дорогу тем, кто движется по главной. Чтобы исправить ситуацию, администрация решила установить дополнительный дорожный знак. Чтобы ликвидировать данный очаг, мы выходили в администрацию города Иваново с предложением объединить его с регулируемым перекрестком, то есть установить дополнительные технические средства организации дорожного движения. Но администрация приняла решение об установке знака «Поворот направо». Соответственно, знак установлен, и водители должны на него ориентироваться. Теперь с Кудряшова повернуть налево нельзя. Впрочем, водителей это не смущает. По старой памяти крутят руль в запрещенную сторону. Нарушает буквально каждый второй. Нарушили требования знака 412, движение поворот только направо. Заезжайте на площадочку со своим административным материалом. Штраф за поворот не туда составляет до 1500 рублей. Многие водители, которых дорожные полицейские привлекли к ответственности, заявили, что ездят здесь каждый день, а новый знак попросту не заметили. Сегодня давно повесили, извините, я всегда по правилам езжу. Ну вот не смотрите на знаки-то. Не смотрю на знаки, а его же вообще же не было никогда. Сейчас-то висит. Еще вы меня снимали? Конечно. Ну и сколько штраф? Штраф от 1000 до 1500. К слову, новый знак появился перед перекрестком в начале декабря. Чтобы проехать к московскому микрорайону, теперь нужно сначала повернуть направо и развернуться через 50 метров. По сравнению с прошлой схемой движения, это немного дольше. Как вы считаете, этот знак здесь нужен или неудобно? Ну да, аварий очень много здесь постоянно, да. И на знак сейчас не обратили внимания? Ну, если я постоянно здесь поворачиваю, то, конечно, нет. Чтобы уменьшить число ДТП, на пересечении Кудряшова и Хлебникова, по мнению дорожных полицейских, необходим еще один светофор. В городском бюджете денег на него, судя по всему, нет, поэтому решили поставить знак. Насколько эта мера эффективна, покажет время. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.